рамках городских мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов, в стенах детской музыкальной школы прошел праздничный концерт, организованный для детей городской коррекционной школы. В концерте приняли участие учащиеся школы. Были среди них и те, кто ходит еще в детский сад. Ученики различных отделений образовательных учреждений исполнили для ребят самые разнообразные композиции. Здесь прозвучала народная инструментальная музыка. Пригласили на концерт ребята из городской коррекционной школы. Также зрителями стали самые маленькие жители города – воспитанники детских садов. В детской музыкальной школе они смогли познакомиться с различными инструментами, услышать их звучание, поближе познакомиться с живой музыкой.